Здравствуйте! В эфире передача телерадиокомпании «Волна Плюс» на «Волне Удачи». Сегодня в студии ее ведущая Екатерина Остапев, победитель детской странички в нашем еженедельнике «Волна» Никита Шугаев. Мы поздравляем его, благодарим за участие и дарим сладкий подарок от партнера детской странички компании «Альфа-Окна». А если вы хотите выиграть сладкий приз, отгадывайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. Деньги на телефон за правильный ответ мы перевели Софии Смирновой. Сладкий приз в подарок от детской странички еженедельника «Волна». Мы ждем детские ответы на очень сложные вопросы каждую субботу с 10 до 15 часов по телефону 3-55-25. Желаем удачи и приятного семейного чаепития! Мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем сладкие подарки от грузоперевозок «Муравей», магазина мебели в торговом центре «Альфа» и сертификат на поздравления на кабельном телевидении «Волна». Первым определим победителя розыгрыша кроссворда. Сегодня в нем участвует 17 человек. Между ними разыграем сертификат на поздравления. И нашим первым победителем на сегодня становится Сергей Кононов. Поздравляем! Переходим к конкурсу сканвордов. Сегодня в нем участвует 21 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей». И вторым победителем на сегодня становится Светлана Шагинян. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 10 человек. Между ними разыграем сладкий приз от магазина мебели в торговом центре «Альфа». И последним победителем на сегодня становится Светлана Головина. Поздравляем! Всех победителей ждем в течение недели в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание объединения «Волна». На этом наша передача подошла к концу. До свидания. Увидимся ровно через неделю.